Насчет сегодняшней игры, да, 3-0 выиграли. В первом тайме что-то 0-0 было. Ну, может, игру мы, конечно, владели всю ситуацию на поле, и были моменты там, и жалко, что не забили. Я там не забил в первых минутах, игра бы по-другому пошла. Ну, конечно, в втором тайме прибавили и скорости, и начали агрессивнее играть. И думаю, что и результат по игре и заслужили мы в 3 очка. Вот первый круг вы проиграли соперника. А сегодня соперник очень слабый был. Ждали этого? Ну, не знаю, может, и они слабые, а может, мы сильнее были. И, конечно, мы с хорошим настроем вышли, с хорошим духовым настроением и доказали, что как бы показали хороший футбол, агрессивный. И это было видно на поле, и заслужили эти 3 очка, и взяли реванш у Хазара. Мы знаем, вы собираете сборную. Вот после этого игры, откуда у вас сила так сегодня 90 минут? Ну, конечно, тренируемся. Я думаю, что хорошо сборы провели. И по ходу чемпионата хорошие тренировки, физические тренировки. Тренер и по физике, и главный тренер как хорошо подготовил нас. И это идет на пользу. И, не знаю, сила есть. Еще лучше игроком стали. Ну, конечно, приятно, что оценили мою работу, мой труд, мой пот на поле, и всегда такой приз приятно получить, когда стремишься к какой-то цели, и именно вот в такое же время стать лучшим игроком, это было очень приятно. Вот Колумбус, вот Баку что-то нестабильное, да, вот 3-0 выиграли, вот так нефти, потом ничего сыграли, потом проиграли, нестабильные игроки. Ну, я думаю, что как бы может и новых, и команда только формулируется. И, конечно, тяжело сразу какой-то результат показать. И думаю, что этот круг постараемся всем больше и лучше закончить в стройке. А второй круг уже, думаю, что будет более сыгранный, и будем более стабильно играть, чем в первом кругу. Нефти и Карабах. У вас 10 очков, кажется, да? Ну, где-то 28 очков, 28. Ну, вот как думаете, почему просто уже... Ну, конечно, еще не потеряно, никогда нельзя сдаваться. Бывало и 12 очков отыгрывали, и 15. Еще игр много, чемпионат круговой системы. Еще будем играть и с теми по 2 раза. Конечно, при хорошем результате, игре, можно попробовать побороться за чемпионство. Ну, я думаю, что шансы, конечно, еще не потеряны. Ну, приятно было бы закончить в стройке чемпионат. Спасибо.